Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna И как я уже говорил, такие дни, как Весапуджа, это один из моих любимых дней в году. For many reasons. По многим причинам. One of the more important reasons is that it gives me an opportunity to check on the progress of my disciples, my spiritual children. И существует много причин для этого, но важной является то, что именно в этот день я могу увидеть тот прогресс, который совершают мои ученики. Just by hearing your offerings, which are so full of scriptural knowledge and realizations, I can understand that you're making nice progress in Krishna consciousness. Просто слушая ваши подношения, которые полны любви, а также знания шастр, я понимаю, что вы прогрессируете на своем пути. Я надеюсь, что когда-то смогу быть такой же полезной обществу и вам. Но для меня это пока невозможно, потому что есть еще слишком много материальных желаний. Прошу вас, дорогой Шрила Гуруде, благословить меня на дальнейшее служение вам, Кришне, для того, чтобы мои служения были качественными, чтобы моя духовная практика стала лучше и чище, чем она есть сейчас. Вообще для меня Весапуджа – это возможность отблагодарить духовного учителя. Это возможность высказать ему свою благодарность, свои искренние чувства, свои эмоции, попросить благословений. Это все. Это возможность преподнести ему какие-то свои попытки ему служить, какие-то попытки быть ему полезной. И меня очень сильно вдохновляет именно его подношение Шриле Прабхупаде. И когда я писала свое подношение, то есть, когда оно как раз-таки основывалось на вдохновении. Я очень долго думала, писать, не писать. Вот. А потом как раз накануне, читая одну из его книг, читала именно его подношение. И я поняла, что этого не сделать, но это будет просто глупо, это неправильно, да, не писать подношения. И я думала, буду очень долго собираться, но как раз-таки в день именно его рождения, 20 мая, просто утро встала, знаете, вот слова просто полились рекой, потому что эти слова, они идут в сердце, далеко не от ума. В отсутствии Гурудева, вот это вот день Весапуджи, это как всего лишь один день в году, это как
бою спортсмена. То есть он не должен именно в этот день предаваться, отдавать все свои силы. То есть он должен пройти вот эту тренировку перед этим боем, 365 дней вот эти все, он должен готовиться к этой встрече. То есть и важно не день Вьясапуджи, я имею в виду, а дни между Вьясапуджей, то есть как мы проводим эти дни. Радха Кришна Пранамора Джугала Кишора. Радха Кришна Пранамора Чугала Кишора. Радха Кришна Пранамора Чугала Кишора. Дживане Маране Гате Арона Химора. С огромной любовью и преданностью служите своему духовному учителю Шриле Прабхупаде. На самом деле люди в Украине действительно очень нуждаются в ваших волшебных киртанах, которые наполняют сердца любовью и экстазом. Молимся об этом, ждем возможности послужить вам в организации этого тура. Я вспомнил, как несколько лет назад подошел к вам и попросил благословения для того, чтобы уйти с поста президента. Но мы всегда хотим на кого-то взвалить этот тяжелый груз, и решил как-то на вас его переложить. Я, мол, не квалифицирован, благословите меня на это. Вы меня благословили, сказал, повторяй мантру внимательно, твоя квалификация к тебе придет. В Ацалья Расы Шригуру проявляет себя как Нанда Яшода. В Сакхья Расы Шригуру это Шридама Субала. В Дасья Расы Шригуру проявляется как Читрака Патрака. Видение всех этих ашрая прибежищ, Вишаи Кришны, как объекта любви, возникает в сердце того, кто прогрессирует в служении Шри Гуру. Айм относится также к Шримати Радхарани, экспансией которой является Дивья Сарасвати. Ну, на самом деле, для меня Вьясапуджа – это очень важный момент каждого года. Вот с точки зрения Вьясапуджи, я бы свою жизнь поделил на года. Мы иногда, ну, делим в связи с тем или иным событием свою жизнь на какие-то промежутки. Неделя, месяц, год. Вот для меня это очень важное событие каждого года. Если я прожил и не попал на Вьясапуджу Гурудева, это, ну, это невозможно, во-первых. А во-вторых, это для меня, ну, жизнь на самом деле. С помощью материального тонкого ума. Так Господь Вселенных поддерживает все планеты, населенные людьми, полубогами и низшими животными. Прекрасных цветов в виде ваших учеников, моих духовных братьев. Видя их рядом или читая о них в ваших дневнике, я восторгаюсь их качествами и желаю служить вам. Одного мига общения с чистым преданным достаточно, чтобы достичь полного успеха. Лава матра садху санга сарва ситхи хая. Совершать как подношение вам и Кришне. Трансформируя все свои материальные желания в духовные. Придя в мою жизнь, вы изменили мое сердце. По мере слушания ваших киртанов, лекций, следования вашим наставлениям, служению преданному Кришне, оно становится все чище. Читая лекции, у меня перед глазами ваш образ и пример, как вы искусно читали лекции на Форсентуре, в Австралии, в Бразилии. Когда на Харинам я веду киртан, у меня перед глазами улицы набережной Айвая, Пабьерова и других польских городков. Вы так щедро одарили нас своей заботой, трансцендентной любовью. Фестивали, киртаны, удивительные лекции. Обычный праздник – это
я прихожу и занимаю пассивное положение обычно. Если пуджа духовного учителя, это всегда активная позиция. То есть ученик, он, когда приходит, если пуджа день рождения у духовного учителя, он в любом случае должен занимать активную позицию. И Гурудев, он это ценит, я это чувствую внутри, что он ценит, и он дает возможность, разум, силы, творческую энергию для того, чтобы послужить ему в этот праздник, в этот день. Поэтому Весапуджа для меня супер особенное событие. Саграджатам, Сахагана, Ракунатхангитам, Камсадживам, Садвайтам, Савадхутам, Париджана Сахитам, Ракситая, Намаха, Пушпанджали. Ясапуджа – это такой день, когда мы пристаем перед духовным учителем и подводим итоги от того, что мы сделали за год, да, то есть свое осознание, практическую какую-то деятельность. И вспоминаем, кто для нас духовный учитель нашей жизни и кто мы, что мы слуги духовного учителя. И я очень благодарна преданным за организацию этого Ясапуджи, за то, что возможность была получить общение преданных, духовных братьев, сестер, духовного учителя, пусть даже онлайн, но все равно. We'll be right back.
Ясапуджа для меня это особенное такое действие, потому что я на Ясапуджу езжу с самого детства. Я, наверное, начала ездить, когда мне было 4 года, и мне уже 20, и Ясапуджа это как неотъемлемая часть моей жизни. Год за годом я ездила на Ясапуджу, встречалась с Шрилой Гурудева, ну, у нас было какое-то общение с ним, поэтому Ясапуджа для меня это что-то особенное, теплое, когда вот последние 2 года не было Ясапуджи, ну там прям вживую Шрилу Гурудева не видела, ощущается какая-то пустота, ну нет таких эмоций, которые каждый год, с года в год ты чувствовал, и очень сложно дается без Ясапуджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Ясапуджа, она связана с личностью духовного учителя, она связана с традицией выражения почтения духовному учителю. И это встреча Готры. На санскрите или на индийском языке готра означает семья, и она имеет, это слово имеет два значения. Это семья, ну в смысле род, и готра это круг учеников духовного учителя. Это так удивительно, что в Индии это обозначается одним словом. И приезжая на Ясапуджу, мы попадаем в семью. Я себя чувствую так. Моя судьба складывалась так, что приходилось много служить в других вайшнавских проектах. Я не так хорошо знал своих братьев и сестер, но вечерами после работы я смотрел на фотографии в Фейсбуке, и я воспринимал этих удивительных спутников Шрилы Гурудева как просто полубогов. Они путешествуют по всему миру, они проводят время на польском туре. У меня молодая семья, растет дочка, и я круглые сутки провожу на работе, и когда же я смогу как-то быть причастным к проповеди к семье Шрилы Гурудева. И Ясапуджа, она дарит это ощущение. Мы приезжаем в семью. Свои почтительные поклоны Тебе, известному как Ядава, Хари, Мадхава и Кешава. О Гопала, Говинда, Рама, Шри Мадхусудана, Гиридхари, Гопинатх, Модана Мохана. Вся слава Шри Чайтанье и Нитянанде. Вся слава Шри Адвайта Ачарья и его супруге Шри Сити Тхакурани.
Вся слава Господу Харі, духовному учителю, вайшнавам, Шрімад Бхагаватам і Шрімад Бхагаватгіті. О Господь Харі, о Господь Кришна, я предлагаю свои почтительные поклоны Тебе, известному как Ядава, Хари, Мадхава и Кешава.